Вот таким вот образом мы посылаем письма. Вот так бережно волонтеры упаковывают письма мобилизованным. Слова поддержки для них сейчас на вес золота. Записки пишут девушки-волонтеры, но присоединиться к акции может любой желающий. Коллектив телекомпании «Челны ТВ» решил также выразить поддержку и поднять боевой дух призванных в ходе частичной мобилизации, ведь теплые слова греют не только душу, но и сердце. Воспитанники детской художественной школы номер 1 не отстают от взрослых. Поддержать военнообязанных они решили своими картинами. Тематика рисунков у всех разная – от пейзажей и натюрмортов до портретов защитников Родины. Все картины были переданы в молодежный центр НУР. Они вместе с письмами поддержки и гуманитарной помощью будут переданы мобилизованным. Очень здорово, что город, дети подключаются к этой акции. Очень приятно, даже вот нам, как бы, как работая как волонтеры, мы смотрим рисуночки и письма деток, которые пишут, складываем в коробочки. И это на самом деле очень объединяет, это очень трогает, что все в городе подключены к этой акции. Волонтеры также уверены, что подобные акции не только объединяют, но и прививают школьникам патриотический дух. А поднять боевой дух мобилизованным могут все без исключения. Пункты гуманитарной помощи работают ежедневно с 8 утра до 7 вечера. Это молодежные центры НУР, Заман, Титан и Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.